Доброе утро, субботнее. Вот сейчас только что проснулся и понял, что у меня накопилось достаточно много каких-то бумаг. Вот что я обычно в этом случае делаю. Я себе на компьютер установил такую программку, называется ViewScan. Вот. И я просто сканирую эти документы. Единственное, конечно, у меня принтер немножко шумный, да, то есть. И эту программу, конечно, нужно запускать после того, как он прогреется. Вот, ну, например, представьте, какие-нибудь мне платежки до сих пор на дачу в бумажном виде. И хочется их уже отсканировать. Поэтому я беру, кладу на сканер все это хозяйство. И сканирую. И у меня там за полминуты, даже быстрее, появляется вот это изображение в электронном виде, и бумажку можно выкинуть. Вот такой простой способ избавиться от бумаг. Вот, ну, можно параллельно там музыку слушать, телевизор смотреть, мои ролики на Ютубе, да. Поэтому вот это все хозяйство, от него можно потихонечку избавиться. Спасибо большое за внимание. Кстати, есть еще способ, можно отказаться от бумажных квитанций, чтобы вам и где-нибудь на каком-то личном кабинете поставить галочку, чтобы вам присылали их только в электронном виде. И от вороха бумаг, таким образом, мы избавляемся. Вот здесь автоматически пишется, сохраняется этот файл с датой, когда вы это сканировали. Вот. И в нужном формате вам JPEG, PDF, Word и так далее. Спасибо большое за внимание.